Всем привет! С вами Валерия и это проект «Другая кухня». Сегодня будем составлять меню. Когда мы с Сашей начали худеть, мы решили проанализировать, что же в нашей жизни не так, почему мы так стремительно набрали вес. И мы поняли такую простую и очевидную вещь. Мы едим больше, чем нам нужно. Ну, кажется, вот совсем просто. Но на самом деле мы так привыкли, что готовить нужно больше. А вдруг кто-то придет? А вдруг не хватит? А вдруг кто-то голодный и съест больше, чем нужно? Поэтому всегда все мы готовим с запасом. К тому же наши родители приучили нас, что выкидывать ничего нельзя. На тарелке ничего не должно оставаться. Это, конечно, сыграло злую шутку с нами. И мы поняли, что с этим нужно вообще разобраться. К тому же мы очень хотим упростить максимально все в своей жизни, что только можно. В одежде, в том, что покупается домой, чтобы не засирать, чтобы дома не было лишних вещей. Когда-то давно, несколько лет назад, когда мы впервые поехали с дочерью на соревнования, мы поехали с какими-то сумками, с чемоданами и вообще там собирались, наверное, месяц. Сейчас это все очень просто. Мы выезжаем с двумя рюкзаками, там пару футболок, зубные щетки, все. И действительно этого хватает. Вот так вот. Жизнь, она дана для того, чтобы мы много увидели, много каких-то впечатлений получили, много отдали, в конце концов. Но не вещи, это точно. Есть меньше, а значит и покупать меньше. Нам это оказалось очень выгодно. В конце концов, появились вот деньги на те самые поездки. И появилось время, когда ты меньше готовишь, меньше тратишь на это время, появилось время на то, чтобы проводить время вместе с мужем, с детьми, да для себя любимое тоже время уделять. У нас исходные данные такие. Мы работаем дома. Работаем много. На самом деле рабочий день у нас может быть до 10, до 11 вечера и начинаться в 5:30 утра. Это нормально. У нас вот такой вот длинный рабочий день. Очень много времени мы проводим на съемках, очень много времени проводим за компьютером. И тратить еще время на приготовление, ну, честно, у меня рука не поднимается, уже мне вот хочется это все очень сильно упростить. Социологи посчитали, что в среднем женщина тратит в день на домашнюю работу 4 часа 25 минут. Это катастрофически много времени. Это 201 рабочий день. По сути, женщины работают на двух работах постоянно. Отсюда нервы, отсюда потом слезы, усталость и дикая депрессия. Давайте от этого уходить. Сначала сама идея создания меню, составления его на неделю, казалась мне чем-то старомодным. Я думала, ой, я работаю, мне вообще некогда этим всем заниматься. Пусть это занимаются этим те, у кого времени вагон, кому нефиг по сути делать, вот пусть они это меню себе и пишут. И вообще я за спонтанность. Пришла в магазин, увидела какую-нибудь утку по акции, купила, приготовила ужин и деньги сэкономила. И вот такая я молодец, креативная. Но потом со временем я стала понимать, что мысль, что сегодня готовить, появляется у меня чуть ли не с утра. Вот проснулась и что сегодня на ужин, что сегодня на ужин. И эта мысль, вот она вот просто целый день в голове. Так, надо это, и надо это, надо купить. А еще если проголодался, то вообще просто отвлечься не можешь. Так, надо вот это, ой, сегодня вот это приготовлю. И мне это надоело, и я решила, что мне нужно высвободить кучу времени. И все у меня получилось, между прочим. Несколько месяцев я отрабатывала это меню. Я пыталась впихнуть невпихуемое. Сначала так, чтобы и суп был обязательно, и второе, и выпечка, и компот еще обязательно. И получалось, что на самом деле еды опять много, и опять это готовка какая-то бесконечная, и на это уходит опять очень много времени. Я буду рассказывать меню, которое устраивает мою семью. Устраивает, потому что еды в меру, время на готовку тоже умеренное, и поэтому нам все это нравится. По поводу супов. Супы я люблю готовить, ну вот простые. Мне очень нравится бульон вкусный. Вот чтобы он был такой с ароматными травками, со всякими кореньями, травками и добавками. Что-то такое, чтобы вот его пить и прямо это вот... Вот сам бульон должен быть очень, очень вкусный. Сложные супы я тоже люблю, но когда на это есть время, когда есть вдохновение, выходной, я прям, ох, борща, да вот летом еще с зеленой фасолью очень сильно люблю такой борщ. И еще с соцветия укропа обязательно, но опять мы говорим про вкус. Поэтому среди недели я стараюсь обходиться самыми простыми супами. Тем более, что тоже семья такая, все любят повыпендривать и любят что-нибудь такое эдакое. Вот Саша у меня очень любит гороховый суп. Варя гороховый суп не любит. Но это не значит, что Саша должен отказаться или Варя, наоборот, должна есть через силу. Нет, ничего подобного. Готовый гороховый суп прекрасно вел себя в заморозке. Я его готовлю один раз, но побольше, потом замораживаю. И когда Саше хочется гороховый суп, он у меня всегда в холодильнике. Пожалуйста, Сашуля, кушай и радуйся дальше.
Бульона я варю сразу много, 6-7 порций, и замораживаю, но готовлю это сразу с мясом. Если мне нужен будет овощной бульон, у меня есть коренья, смесь вот таких кореньев. Тут и пастернак, и петрушка корневая, и сельдерей корневой, и даже морковь есть, тоже очень вкусно добавлять в бульоны. В обычный бульон мясной я тоже добавляю, насыщенный такой вкус получается. К тому же у меня есть вот такие готовые бульоны, которые я заготавливала летом, и просто зеленушка сушеная, но она тоже у меня идет смесью, поэтому невероятно вкусная. Бульоны я замораживаю, и когда захотелось кому-то суп, достаю, он получается очень концентрированный, развожу, и вуаля, пожалуйста, супчик, готовь себе за 15-20 минут, все приготовится. Такие бульоны расходуются у нас по мере надобности. Иногда мы готовим супы несколько дней подряд, а бывает и ни разу за неделю. Но даже если мы не съедим все заготовки за неделю, ничего страшного, бульон простоит прекрасно, даже до месяца, а то и больше в морозилке, тем более. Но у меня к тому же есть всегда большие заморозки. Я замораживаю зеленый лук, я замораживаю щавель, у меня заморожено много овощей, перец, помидоры. Все, что мне нужно, у меня есть еще замороженное. Поэтому захотели какой-то совсем простой суп, пожалуйста, все есть в наличии, быстро-быстро приготовил, даже если никаких других продуктов нет, суп такой выручит всегда. А вот горячее я всегда планирую. На него нужно закупать продукты, на него нужно продукты готовить, резать, мариновать, что-то, какие-то манипуляции с этими продуктами производить надо. Поэтому я открываю свою волшебную тетрадь, у меня здесь есть отдельно завтраки, отдельно ужины, отдельно салаты, отдельно постные блюда и отдельно рыбные блюда. И вот этой вот, с этой тетрадочкой я сажусь, и потом у меня есть вот такая штука, я ее делала для себя, смотрела на разных сайтах, много разных вариантов, и сделала вот такой образец. Меню на неделю у меня, да. Ну, сейчас будет аккуратнее, вот так. Саранск и Пенза поддерживают мое меню. Завтрак, обед и ужин. То есть все, что мы хотим, горячее, я тут расписываю. Тут же сразу внизу пишу себе, что нужно докупить. Мясо, яйца, зелень, если нужно. И не забыть, здесь такие варианты. Вот, например, ленивая овсянка, ее нужно приготовить с вечера. С вечера среды, чтобы поесть твою утром в понедельник. Или что-то достать, или еще что-то, такое подготовить. Все здесь я пишу сразу, пока планирую меню. И вот этот вот лист у меня висит на холодильнике. Вы даже видели, наверное, много раз, когда у нас съемки, у нас обязательно такой листочек здесь висит. Чтобы не повторяться среди недели, я набросала себе такой план. И сейчас с вами с ним поделюсь. В понедельник у нас что-то всегда из фарша. Вторник – курица. Но мы уже говорили, я говорила много раз, и Саша рассказывал, что мы постарались сейчас убрать свинину, потому что она калорийная. Я очень люблю свинину, люблю шею, просто безумно. Шашлыки и отбивные – это вот самая моя... Ах, вырезка какая вкусная. Но, тем не менее, мы сейчас как-то постарались очень сильно это урезать. Вырезку нет. Кстати, дальше ее и покупаем. В среду, среда и пятница мы сейчас, не скажу, что это давно, совершенно недавно, но решили, что это будут не мясные дни, они не постные, потому что в эти дни мы едим и творог, и рыбу, и яйца, все это мы едим, они у нас не мясные, просто вот мы так себе решили, что чуть-чуть мясо мы решили сократить. В четверг традиционно суп, но если не хочется супа, значит что-то может быть другое. И выпечка тоже в четверг. В субботу я готовлю что-то в духовке, потому что в субботу немножко больше времени. Можно поставить духовку и там час просто пусть блюдо стоит и готовится. Утро воскресенья у нас всегда панкейки с яблоками, с бананами, с шоколадом, с какими-то фруктовыми соусами. Фрукты, кстати, еще тоже с морозилки. И фруктовые соусы тоже я делала, тоже уже готовые. Поэтому очень всегда мы любим панкейки, ждем воскресенье, тем более это Варюшин у нас день, она у нас в воскресенье кашеварит, и поэтому мы прям наслаждаемся с Сашей, приходим на завтрак готовые. Днем мы обычно доедаем все, что осталось замороженного за неделю. Ну, как правило, что-то всегда остается, потому что куда-то уехали или еще снимали, еще что-то была еда, потому что съемки это само по себе, мы едим тоже, включаем это, но готовить готовим на всю неделю. Завтраки у нас самые простые. Это яичница, это каши, это ленивая овсянка, может быть блины, овсяно-блины или бутерброды какие-то. Ну, то
то есть все, что вот захотелось, все, что готовится несложно, это, пожалуйста, у нас на завтрак. Ну и, конечно, в течение недели 2-3 раза я пеку какую-нибудь выпечку или Саша печет. Ну, у нас как-то любовь к выпечке у всех. И это происходит между делом. Это даже как-то... Ну, мы не считаем это тратой времени, потому что выпечка – это вот что-то такое, приносящее удовольствие. Ну вот, друзья мои, вот такое вот... Такая рыба, я бы сказала, меню у нас существует. Если интересно, будем продолжать эту тему. Пишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Какие причины для вас важны не составлять меню. Тоже очень интересно, потому что мы через это все прошли. Я вполне себе понимаю, что не каждому это подходит. У всех свои радости. Кому-то, может быть, настолько нравится на кухне готовить, что он готов и прийти после работы и потратить 3 часа, и вот просто праздник какой-то. По поводу того, что мы, как можно есть несвежее, вот это вот комментарии, которые были на предыдущие видео, я вас уверяю, друзья, у нас не ест никто даже на второй день. Все очень такие привередливые получились в семье, и у нас в семье так было, у Саши мама готовит вообще фантастически, и все время что-то вот такое, прям разнообразное, поэтому все привыкли. И если бы это было несвежее, фиг бы кто это ел вообще. А когда вы только приготовили и быстро остудили, быстро заморозили, оно и осталось свежей. Достали с холодильника, подогрели, добавили свежих ингредиентов. Это настолько вкусно, это настолько просто готовится, что ну, для меня это палочка-выручалочка. Ну вот, друзья мои, все, что хотела сегодня рассказать, рассказала. Рада была повидаться. Пишите в комментариях все, что думаете по этому поводу. С вами была я, Валерия. Пока!